Приветствуем вас, дорогие зрители нашего канала. Друзья, буквально несколько часов назад мы узнали, что советский актер, известный по ролям в фильмах «12 стульев» и «Бронзовая птица» Олег Севастьянов, ушел из жизни в возрасте 74 лет. Свои последние дни Севастьянов провел в эстонском городе Нарва, именно там, в Александровском лютеранском соборе 13 мая, состоится прощание с актером. Олег Севастьянов впервые появился на экранах в приключенческом телефильме «Бронзовая птица». Он сыграл Ваську Рыбалина, позже актер принял участие в съемках комедии «12 стульев». А в фильме «Капитан Фракс» ему достался один из центральных персонажей – комедиант Блазиус. В 90-м году Севастьянов оставил кинокарьеру, чтобы стать лютеранским пастором. Получив степень магистра богословия в США, он служил в приходах в Москве и Нарве. Отмечается, что после переезда в Эстонию бывший актер внес замечательный вклад в развитие русскоязычных приходов лютеранской церкви. Помимо этого, в 2012 году Севастьянов издал несколько сборников духовной прозы и поэзии собственного сочинения. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.